Привет! Сегодня бы хотелось бы рассмотреть тему позирования в полный рост. Очень часто я слышу такие фразы, что я не знаю, как мне стать, я не знаю, куда мне деть руки, как мне поставить ноги. Сегодня мы все это разберем. Для того, чтобы классно получаться на фотографиях, изначально мы выставляем ручки. Мы сначала думаем, куда мы их деть, например. Потом выставляем ножки и потом поворот головы и шеи. Для начала мой вам совет. Для того, чтобы получиться наиболее выгодно на фотографии, мы изначально ставим ножки, положение ножек, например. Все, с этим разобрались. Далее ручки. И далее поворот головы и плеч. Дальше перейдем непосредственно к ножкам. Сейчас я покажу вам различные варианты положения ножек, которые можно, в принципе, довести до шаблонности, и когда вас встречает кто-нибудь с камерой, быстро хочет сфотографировать, вы моментально можете стать в одну из выбранных вами поз. Итак, начнем. Первое положение ножек – это просто параллельно. Отсюда вы можете поставить ручки, куда вам угодно, одну ручку, поворот головы. Дальше мы можем завалиться на одно бедро. Следующая поза – с выворотной стопой. Дальше ножка у нас может уйти вперед, назад. То же самое на другое бедро. С выворотной стопой ножка идет вперед, ножка идет назад. Также ножку мы можем поставить на каблук. Здесь тоже на каблук. Мы можем фотографироваться в шаге. Угу. Или же в диагональ. Следующая стоечка называется кокетка. На одну сторону и на вторую. Мы можем подключать ручки. Следующая поза достаточно распространенная среди звезд. А именно Виктория Бекхэм практически всегда становится в эту стойку. Итак, левую ножку мы ставим в бок, правую ножку мы протягиваем вперед и как бы корпусом немножко заваливаемся назад. Мы можем использовать две ручки. Если вы захотите поставить ручки на талию, мы ставим непосредственно на талию. Мы не ставим ручки на бедра. Почему? Потому что линию ног мы укорачиваем.